Хорошо играешь в дотку, но не получаешь денег. Это все исправить может один сайт. Просто поверь мне, 5 на 5 или раз на раз. Тебе решать только здесь и сейчас. Турниры на любой вкус. Где? На сайте ePulse.com. 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 Залетай, покажи скилл. Ага. Да, скромняга гей. Понимаю. Сразился серый крыс с лиричивым куколдом. Синубов покромсал несчетные когорты. Гачи подползли, хоть это стыд и срам. Сломали ему door, дали чуток calm. Целился тот бой ему рогом прямо в ass. И тут крысюк крикнул: вот твой смертный час. Крысюку заплатите донатной монетой. Донатной монетой. Он хоть на край ЛП отправиться готов. Сразить всех уёбишь, убить всех нубов. Крысюку заплатите, зачтётся всё это. Блять. Плачу донатной монетой. Блять, на самом деле забавная хуйня. Вот, еще если бы голос чуть-чуть бы, знаешь, скорректировать, наложить эффекты и сгладить непопадание, было бы вообще эпик. Вообще неплохо. Спасибо огромное за косарь. Пиздец, на самом деле, что-то я приорал. Спасибо, братан. Знаешь Илью Мэдисона, если да, то как относишься к нему, если... Ну, как бы я его лично не знаю, но я его, когда был студентом, смотрел его обзоры на всякие трэш-игры. Там «Месть боксера», какие-то там, ну, короче, какую-то всякую трэш-хуйню. То есть, вот только по тем видео больше я ничего... Ну, как бы я знаю, что он там что-то стримит, что-то на ютубе там, но я не смотрю, я вот только тогда смотрел, когда он делал обзоры на трэш-игры. Тогда, типа, ну, улыбало на самом деле. Отношусь к нему нейтрально, ну, то есть, типа, я никак с ним не... Ну, вообще, я, типа, ну, есть и есть, окей. Наконец-то я нашел игру. Люби меня, люби. Итак. Давайте начнем сегодняшний стрим с какой-нибудь обрыги. Я предлагаю взять на мид Бристлбэк. Скотланд! Forever, блять! Я, почему чувак на антимаге задает этот вопрос? Я молчал, я вообще в чат ни одного слова не сказал. Это пиксельный. Ебать, и дазл пиксельный. Здорово, пиксельные. Первая игра, уже 2 пиксельных. Привет, Стрей. Опа, привет. Как дела твои? Хорошо. Слушай, у меня один вопрос тебе. Ты мальчик или девочка? Девочка, конечно. А сколько тебе лет? В смысле девочка? 25. У меня что, саппорт девочка? Фу, блин. 25? А чё голос, как у школьника, там, класс 7, наверное? Ну, не повезло в жизни. Да не, ничего, нормально все. Что, муж есть, дети там, семья, не? Есть муж, есть ребенок. О, как ребенка зовут? Дай угадай, Владик? Нет, Лёша. Лёша, Лёха, сколько Лёхе лет? Сколько? 3 года. О, хорош. А откуда вы вообще? Угу. Мы из Украины, из Черкас. Блять, Черкасы, это где-то в Ебенёво Украины, не? Просто... Не-не, это центральная Украина. И как вообще в дотке получается? Да не очень. А муж в доту играет, кстати, или нет? Да, играет. Сколько у него рейтинга? Ну, так же, как и у меня. А, ну то есть ты мужа не по риту выбирала 100%? Ну не, он меня подсадил на доту. А, ну удачи, давайте выиграем тогда, чё. Давай, давай, если шо, кричи, там будут гангать. А тебя как звать, Раста? Алена. Алена, тебе пизда, походу. Ну, немного. Чисто запшикал до смерти. На тебя Вара побежал, Стрей. Аккуратно. Окей, окей, окей. О, у тебя там Леха сзади базарит, я слышу, да? Да, да. Ну, привет ему передавай, чтоб рост большой там. А что происходит? Там не спиритбрейкер или почему он со мной дерется? Вот
странный тип. Я сначала подумал, что на мне спиритбрейкер на чарже. Кто на тут что-то? Ты ж куда собрался, блядь? Олень, ебать. Блядь, а сколько вас? Ебать, что за хуйня? Почему сюда Джага с ультом пришел? Здорово, Олег. Выгуливаешь всякий треш на миг. Завези Никс, Жука, Сас. Прокаст хороший. Блять, у меня в миде все, пять. Соло ёб собираешь первым Мидас. Дизоль, Крит. Плюс как или он сосет на миг. Люблю и да. Бля, у них герои жирные, меня вот это напрягает. Бля, счет 15-11, да? Проебываем, понимаю. Не, у антимага, кстати, БФ сейчас будет, это хорошо. Dragon Slaves охуенно на Bristol Back, 5 армора дает. Что у меня урона дохуя, я крипов много проебываю. Из-за этого урона я что-то не рассчитываю на такой дэмэдж, а у меня с руки пиздец подача. Казалось бы, Bristol Back, но с руки бьет, ёбнись. Да, тебе поможет реген. Проверяй. Бля, вам Брейс бы найти. Охуенно было. А будет дум кого-нибудь, кстати? Да, дум, дум, кого был? Мишрака, серьезно? Блять, а можно хилку сбить нахуй? Кроме меня ж никто не нажмет удар на эту хилку. Пиздец, хилка всю драку стоит, а я не могу ударить, меня то торнадо, то стан, то бласт, то еще какая-нибудь хуета. А, он дум так и не дал вообще, окей. Блин, мне почему-то в этой игре БМ хочется купить. БМ охуенно, но перед этим мне еще вамбрейс найти. Но мы уже не найдем вамбрейс, сука. Ха-ха! Сышь, рыба вонючая! О, так еще и я забрал, прикинь. Радиком. Хорош. Идемте по топу, ребят, змей надо поставить. Давайте по топу, змей, а чё вы уходите? Они сейчас сами придут сюда. Нам здорово. Не нужно за ними гоняться. Ты заебал. Пушьте, пушьте. Изи Bristol Back, изи пуш. Похуй мне на ману, мне мана не нужна. Инвокер сдох. Вот для этого БМ покупаю всегда против инвокера. Он кидает тифтелю, нажимаешь БМ, бежишь по тифтеле. Чувак умирает. Бля, охуенно реально на Bristol Back по тифтеле БМе гулять. Это пиздец. Все, по низу идем. Хотя можем трон вообще. Можем типа трон похуярить, я танкую. Тифтелю, пожалуйста. Я иду по тифтелю. Хилку сбейте, а что вы стоите с мой? Ну, инвокер сдох все-таки. Что это заиграло? Была тишина. Лучший в мире, заработай, строй. Люблю тебя. Спасибо за игру, четко. И тебе спасибо. Четко. Я же говорил, Bristol Back зайдет против инвокера 21 левела, просто Bristol Back. Bristol Back, чтобы гулять по тефтелям.